короче, не совсем подходящая тема для стрима, в общем. Но, то есть он не со мной поспорил, с моим другом там, ну, мы сидели в Дискорде, что-то они там друг другу пообещали, в итоге друг не сделал, что он сказал, и он на меня, типа, обиделся, мол, типа, я в этом виноват. Хотя спор был, заключался не со мной вообще. Вот, а я другу в то время звонил на мобильный телефон, говорю, там, ты выполни там обещание свое. Друг там то телефон не брал, то говорил завтра, послезавтра. В итоге на меня обиделись, типа, вот. И, короче, такая ситуация прям дерьмовая, реально. Вот, и, грубо говоря, я потерял своего такого хорошего донатера. Он меня очень сильно поддерживал, в то время реально единственный. Вот, просто, наверное, с такой, ну, на мой взгляд, прям лютого пустяка, который даже, в котором даже я не виноват. Просто, ну, договаривал, ну, договаривался с другом с моим, типа, я же не могу нести ответственности за своих друзей, типа, я ж, ну, пацаны взрослые, каждый делает, что хочет, я же не могу ничего. Я ему там звонил пару раз, с ним общался на эту тему, но в итоге мы с ним посрались, он говорит, Паха, да что за хуйня, мол. Короче, в итоге меня этот, он обиделся на меня и съебался от меня, вот как-то так. Вот, я бы рассказал подробно эту историю, но нельзя реально там, короче, на Твиче такое говорить. Короче, касательно продажи голды, вот так вот могу сказать. Там, Вове. Но человек договаривался вообще не со мной. Типа, я здесь ни при чем. Он договаривался с моим другом, а я не могу отвечать за другого человека. Типа, ну, как я могу отвечать за моего друга? Типа, я могу за себя отвечать, а за друга нет. Да, я как бы забей, но тем не менее, типа, ну, для меня этот человек был дорог, типа, мы с ним общались, тепло, классно. Мы с ним играли в Тарков, я его учил играть, все здорово, классно. Но все закончилось просто дерьмово, реально. Я потом в осадок упал на месяц. Следуем за мной! За мной! О, Джонни, 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 Джонни! Да! Хватит! Осуждаю твои слова! Работаем, блин, работаем. Меня кинули сзади, сейчас меня выебут. Ты еще воины великие. Все, нормально, нормально. Работаем. Да я звук там менял. Давай наверх лайнота сразу. Джонни, со мной по первому. Не макилы. Просто обосрись, его нету и все. Джонни, давай, захожу на беттер. Смотри сразу Расмус. Уходи на Расмус. Хочешь? Хочешь видюху? Да, хочу, Джонни. Нету денег. Дай видюху. На, возьми. Все, свободен, спасибо. Да ладно, бро, спасибо, реально. Ну, надо мне сейчас поддержка небольшая. Денег нема, нихуя. Так, ты что там, лайнота? Ты где? Я на втором, прям надо Расмуса. Ну, понял, смотри, а мы проходим лайк. Дальше в техно. Джонни, надо, чтобы ты вперед шел. Да, пошли. Слева, слева двое! Соли идут! Минус один, еще один! Там у него дробаш вроде, какая-то помойка, да, нет? Да. Он меня пасет. Он да, левее, последний, меня пасет. До сих пор пасет. А где он, сука? Он за клумбой, ты на него прям идешь. Одного убрал. Блядь, еще один соли. Иду, живи. Да, там воли где-то. Лайнота, спасай, ебут нас. Тут еще один, сука. Ты убил его? Там воли, да, я убил одного. Там воли. Меня еще убили, бля. Бля, ну. Ебать. Не, нам надо вместе держаться. Я иду. Ты похуй я хрякнул. Джонни, тебе помогать? Не-не-не, все нормально, иди. Или с тобой идти. С чего тебя убили, Лайнот? Откуда убили конкретно? Да можешь. Второй этаж от мебельного. 7H31 вектор. Больно, сука, Джонни. Я иду, короче, забей на этого. Давай на техно подходи, да там бомжи. Он читер, мне кажется, кстати. Все в грудь прилетело. Джонни, там чип сразу на мебельном. Куда ты, блядь, побежал? На мебельном души! Да. Блять. Блять, я не вижу нихуя, у меня ошеломление. Ничего не виден я.
Мне бейсбол нужно юзать, он долго будет юзаться. Я не взял укол. У меня два зрителя на канале новых. Хаешек больше нет. Я не вижу его, он ушел сейф куда-то. За бортик, наверное. Хуя лайнота, как ты тут троих-то проебал? Тут три типа сидело. Я не знаю, откуда они пришли. Я думал, на бебельный вернулся обратно. Джонни какать пошел, наверное. Не, я тут, а что? Ты прям у винта умер, слышишь? Нет, я поднялся. Ну поднялся, ну где ты умер? Ты внутри моего. Налево пошел. Наверх сразу налево. Понял, это ты туда. Ну, блять, у него преимущество передо мной. У меня пушка с нереальной отдачей. А у него вектор. Он прицельно, буравит голову. Я не знаю, это он или он. Скорее всего, еще есть. Сука, ебать мыши, блять, вонючие. Лайнот, а где ты умер? А, возле клумб. А, возле стенки. Прям по центру клумб. Ты мне скажи от техно вот этого сверху, от винта. А винта слева. И... Когда поднимаешься по винту, налево. А, понял. Да их тут трое сидело, бро. Трое, сука, трое. Тут три типа. Еще один пошел у меня бегать. Скорее всего, четверо. Пытаюсь его начекать. Еба. Лайнот, у тебя синяя повязка на руке? Нет, зеленая. Джонни был без страха и умер без страха. Да, Джонни вообще пиздец сыграл. Просто как терминатор. Этот лайнота говорит там трое, но не трое, тут челики. Джонни похуй, Джонни бежит, блядь. Я просто не, они на самом деле очень долго Джонни убивали, и у меня был шанс, ну, наказать их за это. Я просто я подумал, что ты уже наверху был. Ты даже не был наверху, да? Да нет, я внизу вообще стоял. Вижу, ты несешься, я за тобой. Я подумал, ты меня ждешь наверху. Где был Джонни? Джонни снова помер, я только пришел. Да нет, Джонни нормально. Сегодня я, ребят, ну, защекан тот еще. Бля, я не Джонни. Могу, я вообще ору. Если смеюсь вообще. Хуя, это просто... наша школа. Тихо-тихо, А, подожди, так это ты, с вулканом. Ну, ты что, да. Ты что, с МПСХом бегаешь? Да. Мне понравилось, что? Кстати. Ты что, говна мне въебал, кажется... что ли? Не, мне кажется, они его пофиксят. Нормальная отдача сейчас, если там секретную сборку делать. Секретную? Да. Там три вещи надо на эту, на глушак. Три секретных вещи, понял. Да. Бля, мне не нравится, как Джонни сдох. Хотя не, нормально вроде. А не, не нормально. Джонни на проходной откис. Тупо до угла не дополз. Ебучка моя сейчас не отлетит в кусты. Так, ты был в килле, да, Джонни? Да. Мне там девятки, короче. Ну, ты убрал магаз. Да понятно, я магаз себе, трусики. Я же знаю, что там девятки. Там хорошо. Патронов на 120 тысяч. Тебе-то придет пустой магаз. Лысый, не лежи мне плечо. Не так страшно. А у меня сейчас не будет энергии, да? Не, нормально, есть вода. Ну, тут где-то челик еще один кемпит. Так, что там по выходу-то у меня? КПП. Я по-любому кого-то не зачекал, их там табун был. И тут справа был еще воин. Он, возможно, где-то тут до сих пор сидит. Кстати, я в забрало словил в этом рейде. У меня забрало минус 30 прочки. Интересно, с чего? Мне кажется, иголка-то вектор. Да я сегодня ловил, кстати, два раза. И два раза умер. Симаш 31 ловил сегодня. Оба раза сдох. Не, ну мне понравилось, как Джонни влетает. А мне уже вариантов не оставалось. Бля. Вижу, Джонни уже на выходе с этого, с винтовой лестницы. Уже реально на выходе. Я такой, блядь, Джонни врывается, а там этот, лайнота, говорю, что там черкаши в мебельной. Вот, я уже все такое, бля. Ну все, нет смысла даже что-то объяснять. Просто, бля, готов тоже принимать за щеку, бля, вместе. Я ни черта ничего не понял, короче. Бля, бро, ну лайнота говорил, что мебель нам есть. Я вообще не понимаю, как лайнота там бродил, бля, там три типа сидело. Мне кажется, они поднялись от Оли на тот сейвовый подъем на второй этаж, знаешь, который я тебе показывал. Мне кажется, они оттуда поднялись. Просто мне спину зажали.
Окси, да? Стрим-снайперы, если захотят, ну, я никак не раскидаю. Куда бы я ни выкинул, они заберут. Типа, я не могу строить свою игру на фоне стрим-снайперов. Типа, ну там один вроде еще был. Мне кажется, что их было четверо. Просто один такой ушел, типа, долутаю то, что он не залутает. Знаете, типа, такая мышь. Или где-то кемпит меня ждет, я не знаю. Не понимаю, короче. Джонни нужно было бежать и кричать «Аллах Акбар!» Он про себя кричал. Осуждаю, кстати, эти слова на всякий случай. Я не знаю. Не, это нормально.